Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики моего канала. Предлагаю вам Таро предсказание. На картах Таро сделаем расклад для знака зодиака Весы. Чего ожидать в 2024 году? Как будет складываться ситуация? Вот на таких арканам Таро мы в красивых картах и посмотрим. Чего ожидать знаку зодиака Весы? Ну вот, пожалуйста. Переживание у вас сильное, депрессия сильная относительно того, чтобы идти воевать, не идти воевать. Пажи, вы не готовы, вы не способны, вы не наученные, вы не подученные. И депрессия очень сильная, потому что боитесь смерти. Карта так и выдает, я и буду говорить. Хотя карта Солнца у вас выпала, смотрите. Вот если карта Солнца, у вас депрессия и есть чаши, из Вселенной самой подсказывает, что у вас все будет хорошо. Вот что-то у вас потери какие-то, моральные потери всякие есть. Ну, пятерка у нас кубков. Но если вы поднимете голову, встанете, и вы будете себя чувствовать просто нормальнее. Надо подниматься, вставать, идти вперед. Потому что вот это из Вселенной даже подается вам чаша на успех, на удачу. Солнце говорит, что бы там ни было, а счастью быть вам. Счастью быть, не бойтесь, вот этого не случится. Потому что у вас страхи. С этим связаны сильная депрессия. Вы переживаете, вы многократно, будет хорошо, все видите. У нас такая красивая карта, это туз. Пентакли, дорожка такая, путь проложенный пентаклем, будет все хорошо. Вот будет. Вы живете сейчас, именно сейчас в страхе. Ну, оно успокоится все. Успокоится месяц, полтора, два. Да, потому что где-то вот, знаете, была какая-то борьба, был какой-то бой, что-то отвоевали, что-то. И еще оглядываетесь, что еще может быть. И вот это приводит к неприятностям. А вы, знаете, созданы для творческой работы. Вы умные, грамотные люди. Вот, видите как. И будет работа. Опытнейший человек даст работу, работодатель. То, что вы можете с компаньоном попадете. И надо сказать, что маг. Просто маг. Потому что все умеете. Это может быть и жезлы на престоле. Видите, мечи, чаши, пентакли. И у нас знак бесконечности над головой. Это очень хорошая карта, которая говорит, что все у вас будет получаться, вот все будет даваться легко и свободно. А то вы все оставите, у вас идет денежная дорога. Дорога к деньгам, большая дорога, свободная, широкая, увенчанная, видим, вот здесь цветами, праздничная дорога, да? Куда деваться? У нас жезлы, туз жезлов, а это огромные высокие заработки. Это достойные заработки. Знаете, не так, что вы будете получать какие-то копейки. И вот здесь вас увязывается. Даже работа за границей. Видим море, океан, корабли там. И, естественно, где-то, возможно, переезд. И за океан тоже, может быть, и за море куда-то будете. Планируете вы, да. Ну, и это связано с тем, что дьявол. Дьявол, ну, так он вершит дела, планы меняет. А вы хотите счастливую жизнь, семейную жизнь, и будет это счастье. Будет, карты говорят, будет. Вы меняете место жительства, вы меняете работу. Многие из вас, это общий расклад, да. И вы, вот, пожалуйста, счастье детей, и, ну, причина дьявол. Вот так вот. Ну, нету такого вмешательства, а у вас просто вызывается страх. И справедливость карта. На весы будете вы бросать, вот как вы будете поступать в этой жизни, как вам нужно поступить. Ну, а это 2024 год, это год справедливости. И весы, видите, не случайно старший аркан, все равно все будет брошено по справедливости на весы. И вы правильный выбор сделаете. Вы даже вот так знаете, как мгновение. Проснулась или проснулся и говорите себе, нет, я вот так вот решаю. И так и будет. Счастью быть. Счастью быть. Вот видим детки. Вот такие красивые
чаши чувства, и они с цветами, живыми цветочками, наполнены такие успехи, счастье и благополучие. И вы займетесь еще своим бизнесом. У вас планы ходят такие. И способности есть. И, может быть, у вас и будет вот компаньон. Потому что здесь перетягивает канат на себя. Конкуренция хорошая, добрая. Придется, да, отстаивать и изучать конкуренцию. Как, где больше, лучше, где успех вы чувствуете свой. Да. Паника. Вот что касается милых дам, так вообще восьмерка у нас мечей. Ну, скажу вам, с завязанными глазами, вот только что такое состояние, хотя энергии полон человек, неважно, даже женщина это мужчина, и мечи вы опустите, воинственность свою опустите, вы чего-то там пытались, даже в семейной жизни бывает так, что пытаетесь чего-то добиваться, потом уже мечи опускаете, и все, вас это не интересует, как с закрытыми глазами. Ну и паниковать не надо, потому что вы, одежда у нас яркая, красивая, то, что вы можете идти вперед, продвигаться, эта карта говорит, и паниковать точно не надо, потому что Вселенная сама по этой карте будет помогать. Да, и у нас король мечей, вот видим, что воинственность, человека, возможно, будете переживать за какого-то своего мужчину, который у нас король, мы видим, мечей. Вот. Ну, у вас по пути король еще чаш. Рыбка плавает. Он чаши из шампанским, брызги переливается. Это успешный молодой человек. Вот я часто говорю, от 37-38 до 43 где-то лет, вот, который готов жениться, который уже достиг чего-то, успешный, есть богатство, рыбки там плавает у нас, и на фоне он моря стоит, такого арочка у него, счастье за спиной, и такое пространство, величие, вот по судьбе будет, если вы молодой человек, вы готовы жениться, вы будете счастью быть, и если вы дама молодая, успешная тоже, если вы замужние, вот видите, семейное счастье будет у вас, будет все нормально, все будет так, как нужно, вот, заработки будут, мужчина будет зарабатывать, вот, мы видим, и все равно счастье будет, переживаний много сильно у вас, паника, переживания за своего любимого человека, или это сын, или это муж. Вот, в любом случае, или брат, вот переживания страшно сильные. Вот как ложитесь спать, так вас вообще все. Хотя там есть всегда Вселенная, и она точно вам поможет. Будет все отлично. И закончится тем, что предложение замуж. Тоже в семье кто-то будет замуж предложение. Успех и удачи для вас, дамы, если вы замечаете, вот такие прекрасные мужчины. Но скажу не для мужчин. Если вы дамы, чтобы не грустили, если вы успешные такие, тоже замечайте, потому что солнце у вас есть, пути. И если вот эта карта, она выпала, это уже на весь расклад однозначно будет хорошо. Вот будут, казалось бы, ну все, паника, вот будет все плохо. И вроде бы не так, как бы хотелось. Будет все хорошо. Я могу вас заверить. Вот ситуация какая есть, вот такая она вам. Насколько приятная, насколько неприятные события. А все равно будет все хорошо. И по-иному быть не может. Я хочу пожелать вам счастья, благополучия, материальных благ в этом году. Чтобы все ваши желания сбывались. А вы заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте оставить комментарий. А также нажимайте колокольчик, чтобы получать оповещения о моих новых видео. Пока, мои родные, счастья и здоровья. До новых встреч!